В Барнауле участили случаи обмана покупателей земли в коттеджных поселках. О том, что участок не подключен к коммуникациям, покупатели узнают только после сделки. По закону, собственник земли должен подключить участок ко всем коммуникациям, и только после этого землю можно продать под строительство. На деле же покупатели часто не проверяют, все ли сети подведены к участку. В итоге новым владельцам подключение обходится в два раза дороже, чем сама земля. С жалобами в городскую администрацию уже обратились покупатели из 6 пригородных поселков Барнаула. Прежде чем покупать участок, нужно выехать туда, посмотреть, есть ли сети, есть ли техусловия, выданные МРСК Сибири, Газпром, распределение, Барнаул.